Рядом со мной стоят очаровательные мужчины. Это Алексей Викторович и Алексей Владимирович. Это представители э, казино Кэшвилл, генеральный менеджер и генеральный директор. Здравствуйте. Добрый вечер вам всем. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот собственно все, что здесь сейчас происходит. Это казахстанский покерный чемпионат, евразиатский покерный тур. Вам это нравится вообще? Но мы с Алексеем Викторовичем являемся принимающей страной, та, которая приняла в данный момент Казахстан покер чемпионат шип и евразиатский тур. Для нас здесь, в Казахстане, это первый опыт, ну и для всех, те, кто сюда приехали, это впервые произошло в Казахстане. Я считаю, уже сейчас проходит практически последние Дни мейн-ивента, и, соответственно, я думаю, уже можно некие выводы, даже от нас, как от принимающей стороны, можно сделать. Я считаю, что все получилось. Как у организаторов, соответственно, как принимающая сторона, мы очень рады, что это произошло здесь, на территории. И я думаю, мы сделали хороший шаг и хорошее движение для того, чтобы все это дело продолжать. Я считаю, что. То, что мы сейчас увидели здесь, это должно жить. Отлично. Я хочу услышать и ваше мнение. Да, я хочу поддержать это же мнение. Я считаю, что наши ожидания оправдались. Даже мы превзошли свои ожидания. Огромное спасибо всем гостям, что они поверили прежде всего в себя, поверили в нас, в Кашвиль и поверили в Казахстан и приехали сюда. Большое спасибо. Да, я согласна. Гости в Казахстане всегда радуют, и это очень такое глобальное да, событие для Казахстана, но впервые. Я знаю, что еще ваше казино ⁇ это единственное казино в Северном Казахстане. Да, так случайным образом сложилось, о том, что мы пока на данный момент являемся монополистами на севере Казахстана. Здесь есть одно единственное казино, правда, оно самое большое в Центральной Азии. Вот. И, соответственно, на территории нашего казино мы и на территории отеля Риксас мы приняли вот, вот этот вот первый международный турнир. Вот. И мы думаем, что у нас все получится и дальше. Отлично, вы вот скажите, игроки, которые приходят к вам в казино, участвуют ли на этом турнире? Обязательно участвуют, конечно. Им интересно попробовать себя не только в азартных, но и в интеллектуальных играх. То есть, смотрите, вы рассматриваете, да, покер как продвижение Казахстана в мировую, да, покерную, так сказать, лигу, да, ну, это так. То есть мы поднимаем Казахстан, да, этим самым мероприятием. Ну, на данный момент у нас здесь заявлено 11 стран, которые мы пригласили к себе помогли разместить, помогли с uh, uh, приходом сюда. И, соответственно, для Казахстана это первая площадка международного уровня, которой еще здесь просто не было. Вот. и, соответственно, мы думаем, что для Казахстана это очень большой плюс, потому что можно развиваться технологиями, можно развиваться машиностроением, нефтью, чем-то еще. А здесь развитие больше интеллектуальное. Я бы не сказал, что это спортивное, да, хотя в части страны есть как спортивный покер, его рекламируют, его предоставляют. А я считаю, что это больше как интеллектуальная игра. И, соответственно, если Казахстану Казахстан заявит как площадка о том, что интеллект здесь есть и он присутствует на международном уровне, то от этого всем только лучше будет, включая даже Казахстан. Это, конечно, меня радует, если честно, развивающиеся события. Я хочу узнать. Вот я слышала, что все-таки скоро вам год. Расскажите, что вы для, готовите для своих клиентов вообще, какой праздник будет? У нас два праздника. У нас один праздник, посвященный годовщине казино, а один праздник, посвященный годовщине покерного клуба. Отдельно для покерного клуба будет специальный кэш-фестиваль. И турнир на 100 тысяч долларов. То есть так скоро. И в казино будет розыгрыш машины Range Rover 22 декабря. То есть вы всегда радуете своих клиентов, как я смотрю, и очень даже хорошо радуете, да? Мы, мы и так два радостных э, толстичка <свят> <свят> Расскажите вообще, как связано казино Кэшвилл и Кэшвилл Покер Клаб? Ну, достаточно тесно. В любом случае игроки в некоторой степени, как уже наш генеральный менеджер Алексей Викторович сказал, они пересекаются. Кто-то ходит туда, кто-то приходит сюда. Как бы ни, как бы там ни было, везде э, игрок – это человек, который испытывает потребность э, в игре. А в покере э, именно который представляет сейчас в данный момент международный турнир – это еще и потребность э, э, соревноваться, э, кто же круче. Вот, в любом случае победитель, который у нас был э, первым уже на казахстанском э, казахстан э, покер -чемпионат -шип, э, вот, э, он. Э, на вечеринке, которая ä, про про проходила там в казино, вот, ä, он нас хотя бы обрадовал, что кубок останется здесь, да, кубок останется в Казахстане. Вот, и все Люди, которые приходят гости, как мы говорим о том, что к нам приходят гости, они хотят поиграть. Кто-то хочет поиграть в интеллектуальную игру, кто-то хочет поиграть в казино. В любом случае это спектр, это вид и количество игр, которые мы предоставляем, и тот сервис, который мы предоставляем здесь. Спасибо большое, это чудесный сервис, и я желаю вашей команде только всего самого лучшего, развиваться, развиваться, еще раз развиваться. Спасибо огромное за то, что есть это единственное казино у нас в Северном Казахстане, потому что оно действительно роскошное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.